Такое утро, ТВ8. Рады приветствовать вас вновь присоединившихся или смотрящих с самого начала. Что же у нас сейчас, Олечка? Чебаночка, Никиточка Соловьевич. Сейчас мы поможем нашим немного польского. Поможем нашим друзьям из компании ProImmobil провести розыгрыш с потрясающим призом. Никита, ты был в Париже? Да, ты был в Париже, все неинтересно. Я не была, но меня, к сожалению... И не зовут. Да. Бывает. Подробности нам расскажут сами ребята. Давай ты их представишь. Юлия Херца, директор по маркетингу компании ProImmobil. Владислав Саратинский, менеджер по продажам компании ProImmobil. Доброе утро. Доброе. Дамы и господа, бунадеменяться. Мы выйдем вот сюда. Здравствуйте. Доброе утро. Вам Петёк. Здравствуйте. Так, у нас есть вот такое... Нет, давайте расскажем о розыгрыше. Что он из себя представляет? Я просто спросить хотел, что это такое? Может, я домой такую тумбочку хочу? Ну-ну. Да, что это за розыгрыш, почему вы решили именно Париж? Ну, скажем так, на протяжении последних 10 лет, как наша компания на рынке недвижимости, мы очень часто делаем разные сюрпризы для наших клиентов. Интересно. Кстати, вот недавно у нас был розыгрыш путевки в Лапландию, в Финляндию, да? Угу. Наши клиенты там были. На данный момент мы вот решили поездку в Париж, так как это романтический город и совпало с праздником 8 марта. Ага. Сколько дней будет в Париже? Победитель находится. Софиевак. Я говорю калинкой. Да, ничего проблем. Не урмаресь клиенты наши, и не арфи корректно говорим в другой лимбе. Деч, о софи борба despre о vacanță, perioada o să-și aleagă cuplul singur, pentru că o să meargă două persoane în vacanță. Perioada în care o să stea la fel, o să aibă posibilitatea să-și aleagă singur. А если они захотят там 2 месяца находиться? Нет, 2 месяца нет. 2 месяца перебор, да? Сколько участников сейчас в этой корзине? Не участников, а вот этих вот бумажек с участниками? Тут у нас около 200 билетов. Это те люди, которые каким образом попали в этот розыгрыш? Скажем так, это наши клиенты, да, которые купили квартиру в Новостроев, в комплексах, где ProImmobil эксклюзивный партнер, а также это самые... надежные застройщики на рынке Молдавии. Deci am vrut să atragem atenția clienților noștri asupra acestor oferte, pentru că ne străduim să oferim clienților noștri doar ceea ce este mai bun și de asta am făcut-o într-un mod frumos, oferindu-le un cadou. А у меня единственный вопрос по поводу коронавируса и паники. Люди согласятся ехать в Париж сейчас, как вы считаете? Deci, de asta, noi le-am oferit posibilitatea să-și aleagă singur perioada în care o să meargă în această vacanță. Паника сойдет с плечей наших граждан из голов. Возможно, туристов меньше станет. Туристов, да, сейчас очень мало, кстати. И отправятся победители в Париж на то время, насколько они захотят. Это замечательный розыгрыш, на самом деле. Была ли у вас идея отправлять людей в Китай, например? Ну, просто вопрос такой. Нет, не думаю. Не было такого, да? Экзотическая страна, красиво. Но я могу организовать мои мульти томболи, сау каштигат, ну, на мои калатории, сау каштигат чьи телефоны, редучер на апартаменте, сау каштигат таре мульти. О, а какая скидка максимальная была у вас? Редучер максима фост жур де... 1500 евро. 1500 евро. Это где-то 3 квадратных метра. Замечательно. Балкончик. Да? Раз, скидочка. Пшит, взяли. Ну что, Оль, кто будет тянуть? Ты. А я тебе буду прикрывать глазки. Все руки ничего не крали, как говорится, поэтому будем это тянуть. Это не точно. Нет, закрываю. Давайте меня что-то как-то сильнее. Нет. Закрывай, действительно сильнее. Вот, все, я ничего не вижу. Вот мои руки. Меня видно сейчас всем? Показываю, да? Один нужно вытащить билет? Да. Так, мне нужно вытащить один билет, да, пошу, да, для двоих людей, которые отправятся в Париж от компании ProImmobil, отправятся на тот срок, на который они захотят в пределах разумного, и тогда, когда они сами выберут дату. Итак, барабанная дробь, я вытаскиваю вот этот вот прекрасный билет, вы видите прямо сейчас. Давай. Шила Парис Мерджия едет в Париж. Иринчак Елена. Елена Иринчак, аплодисменты. Показываем. Вот, пожалуйста. Все было честно. Телефон прозрачно. Закрыл. Давайте еще раз покажем. Телефон я закрыл. Все было прозрачно и честно. Действительно, мы первый раз видим этих людей в этой студии. И первый раз у нас вот такое. Это вам, я передаю. Вам уцумим, как вас газда ностра, пентру ачаста томбола. Ши, домна Елена. Вы ожидаем на нас на офису, чтобы ridicать премию. А со скольки начинаете работу, ваш офис? С 8:15 обычно.
Я думаю, Елена уже там. Елена уже вызвала такси и заказала уже ресторан в Париже. Я думаю, да еще Елена может поехать с кем-то, потому что это на двоих поездка. Пожелайте, пожалуйста, что-то нашим телезрителям в завершении нашего розыгрыша и тем, кто в Париж едет тоже. Вот, вот туда. Deci sunt sigură că printre voi sunt foarte mulți clienți ai companiei noastre. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vrem să vă spunem că doar datorită vouă noi suntem numărul 1 acum pe piață. Vă mulțumim mult pentru susținere. Еще раз аплодисменты для Елены, для компании ProiMobil. Спасибо большое, что вы такие розыгрыши делаете. Желаем вам замечательного дня в продолжении. Побольше. Купишь квартиру, поедем в Амстердам. Да, спасибо. Всего доброго. Ларивидерия. Возив Румас Савес и Континуари. Вот так вот разыграли. Париж, как он? Пожалуйста. Вот так вот Никита пролетел мимо 4 мероприятий, которые он должен был провести. И он решил провести прямо в студии у нас розыгрыш ProiMobil. Мой номер телефона вы увидите чуть-чуть позже на экране. Свадьбы, да, Кристины и так далее. Все проводит этот человек. Если что, я могу на подтанцовке там смеяться в подходящий момент. Знаменитый смех на подтанцовке. Вот так вот, знаете ли, хочется тоже в Париж еще раз. Обязательно нужно вернуться в этот город. Тебе поехать, во-первых. Ну, сейчас вот вспышка вот этого вот всего. И корона, и вируса уйдет.